5 марта комитет Гомель-облимущества проведет очередные аукционные торги. В Ельске можно купить здание однокомнатного жилого дома. Общая площадь 35 квадратных метров. Начальная цена чуть более 12,5 тысяч. В Ельском районе предлагается несколько объектов со стартовой стоимостью в одну базовую величину. Так, в деревне Роза-Люксембург находится административное здание площадью более 550 квадратных метров. В деревне Бики можно приобрести здание сельского клуба площадью свыше 150 квадратных метров. Бывший сельский клуб площадью почти 200 квадратных метров можно приобрести в деревне Чертень. Очередной лот размещен в Старовысоковском сельсовете. Это здание бани площадью более 200 квадратных метров. Кроме того, на аукционы выставлены и другие объекты недвижимости. Документы на участие в аукционе принимаются в комитете Гомель-облимущества в Гомеле по адресу проспект Ленина, 3, кабинет 412. Подробности можно найти на сайте комитета Гомель-облимущества или получить по номерам телефонов в Гомеле 70-38-49 или 70-36-43.